Свое ТВ в каждый телевизор. Начну сегодня выпуск с важного и очень долгожданного события для нашей телекомпании и, конечно же, наших телезрителей. Сегодня в Москве состоялся конкурс за заветную 22-ю кнопку. Свое ТВ получило статус муниципального обязательного общедоступного телеканала. А это значит, что теперь найти свое ТВ будет намного проще. Для зрителей это означает то, что большая часть, либо все операторы нашего города должны, соответственно, разместить нас на 22-й кнопке вещающей сетки. Это, то есть, если зритель пользуется каким-то оператором, в котором раньше нас не было, то в ближайшее время мы должны там появиться на 22-й кнопке. У нескольких операторов мы уже есть на 22-м канале. Это Ростелеком, Юлинк и К-телеком. А вот на заветную 22-ю кнопку провайдеров МТС, ТТК и Дом.ру мы переедем в ближайшее время. Причем территориально вещанием только в Березниках мы не ограничимся. Жители отдаленных населенных пунктов Березниковского городского округа тоже смогут узнавать самые актуальные новости первыми.